Сегодня завершается священный для мусульман месяц Рамадан. Уразу Байрам в пятницу встретили у Сургутской мечети несколько тысяч правоверных. Они пришли на утреннюю молитву. И в течение дня семьи соберутся за накрытыми столами, обменяются поздравлениями и порадуются этому особенному дню. Что он значит для горожан, расскажет Анастасия Петрова. Ураза Байрам – один из главных праздников в исламской религии. Отмечается в конце священного месяца Рамадан. Он длился с 22 марта по 20 апреля. Все это время правоверным мусульманам предписывалось соблюдать пост. Всевышний Аллах в Коране повелевает нам поститься в этот месяц. То есть пост, месяц Рамадан, является обязательным для каждого мусульманина. Сам Рамадан – это месяц не просто удерживания себя от еды и питья. Этот месяц – это месяц терпения, то есть месяц, который удерживает нас от плохих поступков, от плохих деяний, от греховных умыслов, от всего того, что Всевышний нам запретил. То есть это месяц, когда человек воспитывает себя быть правильным, быть сострадательным, уважению, помоганию друг другу. В день праздника люди стараются забыть обиды, поминают друзей и врагов, молятся, проводят время с семьей и делятся радостью вместе. В первую очередь, предпраздничная ночь, это является священной ночью также, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что предпраздничную ночь праздничных дней является благодатной, и Всевышний принимает все молитвы в эту ночь. Поэтому нужно эту ночь провести в бдении, в молитвах, в прошении грехов у Всевышнего. А затем уже непосредственно в день праздника состоится праздничная молитва, которая также является обязательной для каждого мужчины прийти в мечеть, совершить коллективно праздничную молитву. Накануне праздника правоверные готовят национальные блюда, поздравляют друг друга, дарят подарки. Многие мусульмане жертвуют еду и деньги нуждающимся, чтобы помочь им окончить священный месяц. Для семьи Ахмедзяновых Ураза Байрам является самым значимым праздником в году. Мы сначала накануне мы идем в мечеть, да, это коллективная молитва. Далее это поздравляем друг друга, да, в мечети. Потом это с семьей. Потом с семьей это уже мы идем куда-то в гости, да, то есть это принято, да, ходить, поздравлять к родственникам, к знакомым, друзьям, да, с таким великим праздником. То есть это такой день, такой насыщенный, да, на всякие различные мероприятия. С утра, да, надо будет после намаза, получается, уже начать накрывать на стол, да, там уже, ну, постараемся, конечно, да, чтобы все по-праздничному было, выглядело все, там придут родственники, родители. Празднование сегодня началось рано. С 5 утра возле мечети собрались тысячи верующих. Большая часть разместилась на улице. Внутри здания места всем не хватило. После чтения Корана и проповеди мусульмане совершили коллективный намаз. Этот праздник означает у нас очень большое влияние, потому что это духовное и физическое омовение в месяц Рамазан. Это наш долг, это мой долг, это долг каждого мусульманина поститься и читать намаз раннее утро. Самый главный праздник мусульман – это Рамазан Байрам. Мы готовились к этому. Это наша религия, мы любим. Как говорится, кто рано стоит, там Бог стоит. Каждый мусульманин должен это совершить, намаз совершать и вставать там. И без разницы, где бы ни был, на улице, хоть дома. Следующий большой праздник в исламской религии – Курбан-Байрам. Главный смысл – напомнить правоверным о преданности человека Богу и милосердии Аллаха. Приурочен к окончанию хаджа – паломничество мусульман к священным местам в Мекку. Также является праздником жертвоприношения. В этом году его отметят с 28 июня по 2 июля. Анастасия Петрова, Айза Алхилаева, Владимир Федоров, Даниил Панков, Сургут-24.